Роман у меня, надо. Но еще до ухода на фронт Анастасия Григорьевна уже вносила свой вклад в победу, заменив мужчин на Казанском меховом заводе, где работала с 1939 года. Когда началась война, нас попросили в механический цех, потому что мужчины все ушли на фронт, некому было работать. И я работала там на строгальном станке. А через год Нестерова подала заявление о вступлении в ряды Красной Армии. Начала свою службу в Серпухове, где была сформирована отдельная 90-я автосанитарная рота. С Березовой туда приносили раненых в медсамбат. Там им оказывали первую помощь. Мы грузили с шофером их в машину и отправляли в госпиталя. Вот так вот до 45-го года. Работа эта тяжелая для крепких мужчин. Как справлялась молодая девушка с такой непосильной ношей? Я же не одна. Мы с шофером. Приходилось и одной тащить. Ну, такая хрупкая, она и женщина. Ну, хрупкая. Тогда силы, у меня и сейчас силы много. После войны Анастасию Григорьевну с мужем судьба забросила в Азербайджан. В конце 80-х, когда здесь вспыхнул межнациональный конфликт, ей пришлось покинуть обжитый дом и приехать к сыну в Нефтеюганск. День 95-летия не стихала череда поздравлений. От всей души поздравляем вас с 95-летием. Это действительно очень большой юбилей. Вы прошли огромный жизненный путь. И мы очень рады, что вы сегодня в здравии с нами, что вы можете поделиться своим жизненным опытом, рассказать о том, что происходило в вашей жизни. Не забыл ее и давний знакомый, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Семенов, который оказывал помощь ветеранам, начиная с 90-х годов. Он вас поздравляет с вашим юбилеем, с 95-летием, желает вам крепкого-крепкого здоровья. Спасибо. Живите долго и радуйте нас своим присутствием. Мы гордимся, что в нашем Нефтеюганске живет такой замечательный человек, как вы. Прислали свои поздравления губернатору округа, Совет ветеранов войны и труда, городское общество инвалидов. Сегодня Анастасия Григорьевна живет в окружении 3 внуков и 6 правнуков. Считает себя счастливым человеком и желает всем дожить до ее лет. Ильдар Габидуллин, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск».